Привет, YouTube, привет. Вот чуть пораньше я вот таких вот наделал насадочек разных до пробойников. Вот эти вот сделаны насадки из нержавейки, как и крючки, из которых я делал. Вот это сделано из торсионной стали. Торсион от багажника. Не помню чей, но по-моему с какой-то иномарки. Резьбу, конечно, трудновато на нем нарезать жесткий, но в итоге, значит, вот такой набор родился. И неплохо, в принципе, себя зарекомендовал. Мне понравилось им работать. Работает хорошо, краску не колет. А у меня китайские пробойнички есть там. И сделать по типу такого немножко другие пробойнички. Видел, врезка там будет дальше по видео. Сделать из пластика. Вот он, токарный станочек мой. У меня вот таких вот китайских пробойников куча. Была идея взять, нарезать. Ну, в итоге что получилось? Берем, режем, зажимаем, точим то, что надо, нарезаем резьбу. Теперь берем и нарезаем резьбу. Я уже нарезал, чтобы это, как говорится, нагляднее было в пластике. Как мы видим, хорошо, нормально заходит. Резьба, к сожалению, нарезается не очень качественно, но тем не менее ходовые испытания показали, что в этом тоже есть плюс. Сейчас покажу, о чем речь. Не знаю, удастся ли передать качество резьбы. Но тем не менее, вот он пробойничек. Все закручивается так. Туговато. Немножко вязко. И как бы в этом тоже есть плюс. Не будет. Когда работаешь, бьешь по нему, иногда вот эти насадки, они выкручиваются. В данном случае она так вязко сидит и как бы не будет выкручиваться быстро. Поехали дальше. Не буду тут показывать, как это все дрелью делается, но всем понятно. Это мой токарный станок. Это универсальная, так сказать, универсальный резец. Берем, делаем. Следующий вариант я сделал из вот этих китайских пробойничков, которые мне пришли. Здесь резьба металлическая. Почему решил? Все-таки резьбу тяжеловато здесь нарезать и не очень удобно. Следующий вариант вот такой сделал. Вот здесь уже резьба своя из пробойников. Это уже как бы потолще, потоньше. Очередная заготовочка. Не забываем про очки. We'll be right back.
Вот тут я использовал вот эту пасту, у меня немецкая еще есть. Она, в принципе, для полировки металла. Вот такая вот она выглядит. Работает прекрасно. Пластик он помягче, тем более пробойничек. Он был намного шире. В принципе, это мне было не надо. Я вот решил такую форму сделать. Вот получилось у меня 3 таких пробойничка. Вот такой получился наборчик наконечников. Первоначально я делал, пробовал, вот он наконечник. Нарезал здесь резьбу. Вот, и вкручивал вот такой удлинитель. Ну, я это дело отмел, потому что в моих условиях с таким станочным парком, как у меня есть, ну, я намекаю на тиски и дрель. Вот. Это не очень аккуратно получается. Ну, как бы тоже пробойник. Вот, видно, я им уже работал тут. Это дело хорошее, но отмел. Вторая идея была, когда я нарезал резьбу на самом пластике. Ну, это вопрос как бы спорный, но в итоге я все-таки вот из вот этих пробойников, которые оборудованы своей резьбой, выбрал те, что не особо нужны, и с них вот такое сделал. В данном случае вот более пологий такой, вот остренький. Этот чуть диаметром пошире. Ну, на врезочке вы посмотрите. Я как бы не копировал особо, но мне понравилось, как бы на видео посмотрел, эту идею обкатал. И понравилось, решил сделать. Ну и в итоге решил поделиться с вами.